Добрый вечер. Сегодня 17 октября 2019 года. В Москве прошло награждение победителей премии «Импульс добра 2019». «Импульс добра» – ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России. За 7 лет премия была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России. Сегодня мы получили приветственный адрес от мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Дорогие друзья, приветствую вас на торжественной церемонии награждения лауреатов 8-й ежегодной премии «Импульс добра». Развитие социального предпринимательства – важное и благородное дело, которому посвящена плодотворная работа фонда «Наше будущее». Поддерживая бизнес-проекты в образовании, здравоохранении, культуре и других социальных сферах, вы приносите большую пользу людям и обществу. Деятельность лауреатов премии является отличным примером для тех, кто готов осуществлять свои идеи ради того, чтобы жизнь вокруг становилась лучше. Москва уделяет серьезное внимание социально значимым проектам делового сообщества. Эти инвестиции помогают повышать качество жизни москвичей, создавать в городе атмосферу доброты и отзывчивости. Убежден, что церемония награждения лауреатов 8-й ежегодной премии «Импульс добра» объединит талантливых предпринимателей с большим сердцем и станет важным событием в общественной жизни столицы. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации ваших планов и замыслов. Сергей Собянин.